Тюменская центральная городская библиотека сегодня празднует 90-летие. На торжественной церемонии отметили отличившихся сотрудников. Помимо подарков и благодарственных писем, глава города Руслан Кухарук вручил сертификат на 100 тысяч рублей. Директор библиотеки Светлана Маланок стала победителем конкурса общественного признания по версии клуба 7 в номинации «Профессионал года». Я думаю, это только очень маленькая часть заслуг, которые и того коллектива, который она возглавляет, и ее самоотверженной деятельности. Добавлю, что центральную городскую библиотеку посещает более 10 тысяч тюменцев, а книжный фонд насчитывает порядка 100 тысяч экземпляров, в том числе и уникальных. 21 век. Мы не будем отказываться от электронной книги, потому что наша задача, чтобы люди читали. Но мы действительно ценим книгу. Книга была всегда искусством. Вот эту традицию Центральная городская библиотека поддерживает, сохраняет. И мы надеемся, что наш фонд таких уникальных книг будет только пополняться год от года.